Петрони была хитра, излечила князя не до конца, поэтому болезнь возобновилась. Феврония во второй раз излечила князя, и тут уже Петруне некуда было деваться, он на ней женился. Легенды и реальные факты истории – все это переплетено в авторском туре от клуба путешественников. Собрать гостей на Соборной площади решили не случайно. Именно отсюда можно увидеть много значимых для города объектов. Мне кажется, они являются самыми ключевыми, основными и позволяют рассмотреть достаточно большой пласт истории города Пензы, начиная от ее основания, да, памятник первому поселенцу, заканчивая современностью, когда был восстановлен Спасский кафедральный собор. Эта экскурсия особенная. На нее пригласили участников клуба путешественников, которые имеют ограничения по здоровью. Пока они знакомятся с работой объединения, а в будущем смогут сами проводить подобные мероприятия. У нас очень много интересных мест. К сожалению, они, правда, малодоступны для нас, особенно для людей на коляске. Вот. Но хотелось бы побывать везде. Вот. Это наша цель главная. Я думаю, что с помощью мы справимся. Эту экскурсию планируется приглашать и жители города Пензы, и жители области. Любые желающие, кто придет на мероприятие в Дом офицеров, заранее записавшись, смогут попасть на эту экскурсию и узнать о Пензе немножко побольше, узнать историю города Пензы. Задача участников клуба не только привлечь внимание к истории родного города, но и сделать туризм доступным для всех. Сейчас юные гиды занимаются разработкой новых экскурсионных маршрутов.